Итак, добрый день, друзья. Сегодня я опять в гараже. Выдался свободный денек. Погода у нас испортилась. Дождь идет. В общем, снял передний бампер. Там крепление от противотуманок было. В общем, болты там прикипели. Я решил его снять полностью. Вот он валяется. Там вот крепление. Вот эти крепления, они снимаются. Болты прикипели. Придется болгаркой резать. Сегодня будем, в общем, снимать весь колхоз, тонировку, ветровики. В общем, будем разбираться с салоном. Также с правой стороны я снял уже молдинг. В общем, он крепился на двухстороннем скотче. А здесь какой-то суперклей, короче. Надо его полностью содрать. Да, кстати, вот, видите, уже с пассажирского сиденья я уже снял чехол. Вот такое вот коричневое сиденье. Значит, вот как наше выглядит сиденье в оригинале. Состояние более-менее такое живое, не порвано. Да, немного, конечно, грязновато. Запылилось оно. И снял тонировку вот с этой стороны. Снимем вот эти ветровики. Ёжится на двух саморезах. Ну все, открутил шурупы. Вот он наш ветровик. Второй, по-моему, не очень крепко держался. Ну вот, смотрите, что получилось. Вот они в таком состоянии. Состояние не очень. Придется новые покупать. Даже я видел, они хромированные продаются. Пока оставим эти, чтобы туда всякие листья не залетали. Теперь снимаем наши зеркала. Так, и с другой стороны снимаем. В общем, все буду складывать сюда, и в итоге посмотрим, сколько получится у нас. Так, следующий у нас идет ветровики. Блин, у них состояние хорошее. Ни хрена себе крепко держится. Так, здесь, в принципе, остался двухсторонний скотч. Его надо ножом снять аккуратно. Ну и с другой стороны также. Так, и последний. Все. В итоге у нас получилось 3 штуки. Так, теперь надо снять тонировочку. С той стороны я снял. Сейчас смочим, чтобы она лучше скользила. Готово. А, еще маленькое окошко. Кто-то клеит пленку, а кто-то сдирает. Ну, тем более, эта пленка уже свое отжило. Какая-нибудь китайка. Дешевая пленка, она уже, вон, видите, выцвела все. Это пленки на лет 10. Кто-то, наверное, скажет, зачем делаешь аквариум. Сними эту пленку, наклей новую. Сделай бункер. Не, у нас сейчас строго с этой тонировкой. Если бункер делать,
Ну вот смотрите, как получилось чистое стекло. Я его еще немножко, так сказать, помыл. Теперь буду снимать второй чехол, а потом задний. С передними чехлами разобрался, теперь надо снимать задние. У нас тут диван. Кстати, смотрите, сколько до этого машина стоила. 30 тысяч рублей. Есть музыка, газовое оборудование в отличном техническом состоянии. Музыки нету, газа нету. В общем, тачка ездила на газу. Сейчас, короче, снимаем задние чехлы. Вот тут задняя полочка. Имеется какой-то доп-сигнал. Он, по-моему, не работает. Стоят какие-то колонки. Вот такие вот. Типа подушки. Надо тоже снять, посмотреть. Так, вот снимаю задний диван. Решил, короче, полностью снять его на улицу. Ни хрена себе, что это такое? Шумоизоляция, что ли? Как будто мешок шибли бы. Когда-то здесь была музыка. Как они еще большие колонки не забрали. Надо посмотреть, что за динамики. Так, сейчас нижнюю часть сниму. Опа! 10 рублей нашел, офигеть! Так. Ох, блин! Охренеть, пылище. Снял накидку. И приколите, какое здесь сиденье. От другой шестерки вообще. О! Пылище. Походу на этом, на спинке то же самое. Да. В общем, заднее сиденье не родное. Ну ладно, сейчас сниму чехлы и поставлю на место. Вот такой вот получился косяк, конечно. Не комплект. Ладно, хоть спереди сиденья родные. В общем, встряхнуло сиденье. Пыли было много. Так вот немного сполоснул их. От пыли отбил. Сейчас буду снимать колонки. Провода уже отрезал. Сейчас буду снимать колонки. И под передними сиденьями там тоже имеется пару динамиков. Тоже надо снять их, убрать. И сниму заднюю тонировочку.